Друзья мои, добрый день! Сегодня мы с вами готовим напиток для похудения. В составе этого напитка у нас уксус натуральный, виноградный и настоящий мед. Врачи еще в том веке разгадали секрет помощи виноградного уксуса при похудении, потому что его кислота помогает расщеплять жировые клетки и улучшает пищеварение. Виноградный уксус богат железом, магнием, фтором, калием и марганцем, поэтому его употребление поможет избавиться от лишних килограммов, но также еще, кроме этого, принесет огромную пользу нашему организму. Но я вас хочу предупредить, друзья мои, принимать виноградный уксус нужно с осторожностью. Тем людям, у кого есть какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом. Потому что при приеме могут обостриться гастрит и язва. А также беременным девушкам и мамочкам в период кормления грудью это тоже запрещено. Итак, давайте приступим к приготовлению нашего чудо-напитка от лишнего веса. Итак, мы взяли 1 стакан холодной воды и теперь сюда добавляем чайную ложку уксуса. Добавили. Теперь сюда мы добавляем чайную ложечку меда. У меня он настоящий гречишный мед. И размешиваем. Как видите, все прекрасно у нас размешалось. И чудо-напиток наш для похудения готов. Его нужно пить утром на голодный желудок. Конечно, этот уксус виноградный немножко уступает яблочному уксусу. Однако по вкусовым качествам он намного-намного приятнее. Нет резкого неприятного запаха, ну и не чувствуется такой жгучей кислоты, как от яблочного уксуса. Но, друзья мои, самое главное запомните, что ни одна диета не даст хороших результатов, если вы будете игнорировать правильное, сбалансированное питание. Мучные изделия вообще исключаем из своего рациона. И вот этот напиток мы с вами пьем на протяжении 3 недель. С утра до завтрака на голодный желудок выпиваем вот такой стакан прекрасного напитка. Затем даем месяц отдыха, и через месяц можно будет опять повторить такую диету. Вот так, при правильном питании и употреблении виноградного уксуса для похудения мы сможем без особых усилий сбросить лишний вес. Все, друзья мои, кому понравился мой напиток, ставьте лайк. Кто еще не подписан, подписывайтесь. И я вас жду в следующих моих репортажах и видео. До новых встреч, друзья мои!